три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ой. Ой, почти. Ай, что тебе приседание? Опа! Правую ногу вверх, два, и. Левую, да, и. Правую, левую, правую, левую. Ты, чего я? О, ребята, привет! Привет! Мы здесь спортом занимаемся. Да. А вы спортом любите заниматься? Мы хотим быть сильными. Да, а еще вот, да, вот Зорик, вот он хочет пойти записаться в какое-то плавание. Да, а ну-ка покажи, я посмотрю. А еще хочу гантели тягать большие. Большие? Да, а покажи, как ты плавать сначала будешь. Плавать? Да. Ну я сначала буду вот так плавать. А потом? Потом вот так. А потом? А потом на спине вот так. Вот, вот это да! Да. Ну, давай, а ты что будешь делать? А я? Да. А я буду записывать в какую-нибудь секцию по легкой атлетике. Ух ты! Вот, буду там бегать. А потом что? Бегать, прыгать, наверное, да? Да, буду потом еще бегать, и прыгать. Это о. Бег с препятствиями. Да, бег с препятствиями. Да. Вот, а теперь твоя очередь показать. Да? А знаешь, что я буду делать? Да. А я буду вот так вот. Эти, такие штанги вот все поднимать. Показывай! Они такие берут, подходят там. Да! Вот так у них чашка стоит, они там в муку, чтобы не скользило. Да! Подходят там, раз, так вот, так вот. Вот так всем аплодируют, они бух! И все, и так несколько раз, и все, и они чемпионы. О, а я еще буду... Да. Боксом заниматься! Ух ты! Боксом заниматься! Так. Вот, ребята! Если вы хотите быть крепкими, да. Здоровыми, да. Сильными, то вам обязательно надо заниматься каким-либо видом спорта. Ходить в спортивные секции. Да. Да. А у нас их сейчас везде много, много разных. Да. Потому что мы все хотим быть крепкими, сильными и здоровыми. Да. Главное здоровье. Да. А с утра обязательно зарядка. Обязательно все. А теперь мультфильм. Да. О. Бокс, там силачи, да. Прыгуны, бег. Я пойду завтра на плавание. О, плавание, да, раз, да. О,